Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о практике, с помощью которой вы можете избавиться от любых денежных проблем. Друзья, и эту практику мы будем проводить с помощью мыла. Да-да, того мыла, с помощью которого мы с вами умываемся утром или днем, моем руки и так далее. Вы знаете, мыло душистое, цветное, как стеклышки детской мозаики разных форм и размеров, стало незаменимой частью каждодневного применения всех без исключения людей. И сегодня в продаже вы можете найти мыло на любой вкус, как твердое, жидкое, с любыми полезными качествами под любой вкус, который содержит в своем составе ароматические масла и настойки целебных трав. И когда мыло пенится, оно смывает не только грязь с тела, но и на энергетическом уровне смывает весь негатив, который подобран вами за день, тем самым улучшая ваше самочувствие, настроение, делая жизнь более счастливой. И чем гуще пена, тем лучше очищается энергетика. Возможно, вы замечали, как поскорее иногда хочется вымыть руки после разговора с неприятным человеком, а то и вовсе полностью помыться. Вы намылились, смыли водичкой пену, а какая энергетика у воды, вы знаете, и жить вроде как стало сразу легче. В этом и заключается магическое действие мыла. Но оно способно не только убрать негатив, но и принести в вашу жизнь то, что вы больше всего желаете. Привлечь в жизнь различные блага – счастье, деньги, здоровье, любовь, удачу и успех. Но думаю, что мало кто из вас знает, что с помощью мыла можно привлечь в свою жизнь денежную энергию, а также наладить свое финансовое благополучие. Как же приготовить денежное мыло? Итак, друзья, в день, когда вы захотите заняться денежным мылом, купите в магазине кусочек обычного мыла, обязательно зеленого цвета. При этом вам нужно соблюсти определенные правила. Оплатить такую покупку только наличными деньгами. Деньги рассчитывайте так, чтобы заплатить за него без сдачи. Купите эфирное масло пачули, купите масло сосны и возьмите 1/3 чайной ложки порошка корицы. Для изготовления денежного мыла нужно взять не менее 3 компонентов, которые обладают денежной энергией. Но вы можете на свое усмотрение добавить в него еще и другие масла, которые вам нравятся, но обязательно денежные, которые притягивают успех и имеют обязательно, обращайте внимание, защитные свойства. Масло пачули – это магнит для денег, богатства. С его помощью привлекается удача, деньги, раскрывается творческий потенциал. Оно благоприятно воздействует на умственные способности, помогает человеку реализовать свои планы в жизни, защищает от зависти недоброжелателей, а также обеспечивает стабильный источник денежной прибыли. Эфирное масло сосны – это также масло с сильной денежной энергетикой. Оно поможет в принятии важных решений, найти выход из сложных сложившихся ситуаций, а также устранить сомнения, которые возникли в рабочем процессе. Корица наделена энергиями успеха. Она очень подходит для привлечения денег, успеха, благосостояния. Корица повышает работоспособность, а также помогает лучше понять людей, которые нас окружают. Итак, вы все приготовили, теперь приступаем к самому главному, к изготовлению денежного мыла. Итак, натирайте на терке ваш кусочек мыла, добавляйте в него воду и дайте постоять до тех пор, пока оно полностью не растворится. Чтобы ускорить процесс, можно его хорошо размешать, чтобы масса получилась однородной. Когда оно полностью растворится, консистенция нашего мыла должна быть схожа с жидким мылом. Добавьте в него по 5 капель эфирных масел, корицу и хорошо еще раз перемешаем, при этом проговаривая постоянно такие слова. Мыло – сладкий аромат, деньги, как пчелы на него летят. Мой денежный поток с его помощью открывается, моя мечта сбывается.
Пользуйтесь этим мылом с помощью дозатора. Если такового у вас нет, используйте любую красивую баночку. Она может быть как пластмассовая, так и стеклянная. Когда будете мыться этим мылом, вы почувствуете, как его энергия наполняет ваше тело. Мысленно представляя себе конечную цель. Представляете, как деньги наполняют вашу жизнь, как вы их пересчитываете, как вы ощущаете их запах, слышите, как они шелестят. Используя его ежедневно, вы увидите, как скоро в вашей жизни произойдут приятные изменения, как ваша жизнь наладится в лучшую сторону, а деньги будут появляться в большом количестве с каждым днем. Один из самых простых способов изготовления мыла – это добавить денежное масло в бутылочку с жидким мылом, хорошо его взболтав. Можете с уверенностью приступать к его использованию, проговорив при этом те же слова. Вы знаете, что денежная энергия очень активна в период растущей луны. Поэтому проведите следующий денежный ритуал в это время. На вид он покажется вам очень простым, но также он и очень действенный. Итак, возьмите новое мыло, два спонжика и масло пачули или же эфирное масло апельсина. Пропитайте спонжики маслом, которое вы выберете, и проговорите при этом следующие слова «это к деньгам», и между ними поместите ваше мыло. Далее положите на блюдце и оставьте на подоконнике на 3 дня. По истечению этого срока спонжики снимите и можете спрятать их в шкаф к вашей одежде. Они, впитав в себя этот аромат, будут также способствовать поступлению денег в вашу жизнь. А мылом начинайте пользоваться в обычном режиме. При этом каждый раз проговаривайте такие слова: «Мыло чудесное, мыло волшебное, негатив из жизни моей убирает. Все проблемы с его помощью решаются, деньги ко мне возвращаются». При этом визуализируйте, как ваша жизнь меняется пошагово. Хорошая должность, соответствующая зарплата, возможность откладывать деньги на крупную вещь, а также позволять себе с их помощью покупать хорошие продукты. Вскоре все, о чем вы мечтаете, начнет сбываться. Не забывайте при этом благодарить Вселенную. Мыло используйте все без исключения. Ни в коем случае не выбрасывайте обмылок. Если вы его выбросите, то возникнет риск потери денежной энергии, которая стала к вам приходить и наполнять вашу жизнь. Также ваше денежное мыло не должен трогать никто из членов вашей семьи. У каждого должно быть сугубо свое. Только так оно сможет принести вам желаемый результат. Актуальным будет и такой ритуал. Возьмите на растущую луну кусочек мыла желтого цвета, возьмите желтую монету самого большого номинала, который у вас есть, и кусочек желтой нити. Почему именно желтый цвет? А дело в том, что это цвет золота. Итак, встаньте перед окном, чтобы лунный свет падал вам на руки. Вдавите монету в мыло как можно поглубже. Перевяжите нитью накрест. Перевязывая нитью, обязательно проговаривайте такие слова: «Талисман своими руками создаю. Мыло денежную энергию передаю. Ее силу в мыле лунным светом закрепляю. В помощь себе призываю, финансовым благополучием жизнь свою наполняю». И оставьте мыло лежать на подоконнике до утра. Утром нить развяжите и спрячьте ее в том месте, где вы сберегаете свои деньги. Мылом пользуйтесь ежедневно. Какие будут изменения происходить у вас, вы вскоре увидите. Когда монета вымоется, спрячьте ее в кошелек. Это будет ваш талисман, который будет привлекать денежную энергию. Денежным считается и мыло зеленого цвета. Если у вас вдруг начались проблемы с деньгами, купите такое мыло в четверг. Заговорите и обязательно ежедневно мойте руки таким мылом, произнося при этом такие слова: «Мыло мылится, пенится, вода пену смывает, вместе с ней денежные проблемы меня покидают, аромат мыла на руках остается, денежная энергия ко мне вскоре вернется». После проделанного пересчитывайте имеющиеся деньги, и в скором времени безденежье покинет ваш дом. Вам начнет вестись деньгами, они появятся в вашей жизни. Но главным является то, что этим мылом нельзя давать пользоваться чужим людям. Если оно попадет в чужие руки, то эффект может получиться противоположным, и вернуть денежную энергию будет уже непросто.
Далее мы хотим с вами поделиться реальным случаем, которым мы считаем, что это для вас важно. У одной моей знакомой сложились трудности с деньгами, их постоянно не хватало. Они жили от зарплаты до зарплаты. И к ней в гости приехала родственница из села. И за столом, как обычно, разговорились. А родственница ей и говорит, что мыла руки и увидела, что ты жидким мылом пользуешься. А моя знакомая ей отвечает, причем здесь мыло. На что родственница ей рассказала, что есть специальный ритуал, который может очень быстро поправить ее финансовые дела. Для этого ритуала нужно на растущую луну купить кусочек дорогого мыла, предварительно снять с него обвертку и на 3 дня положить его к деньгам, которые имеются в доме, так, чтобы оно лежало между 2 самыми крупными купюрами. И при этом проговорить такие слова. Среди купюр лежишь, энергию денег копишь. Мне ее подари, приумножить помоги, нужду из дома изгони. Ну а потом каждый раз, когда вы будете мыть руки, нужно будет проговаривать такие слова. Деньги силой обладают, ею мыло наделяют. Этот сильный талисман деньгами наполнит мой карман. Будут деньги у меня, жизнь наладится моя. И вы знаете, знакомая скептически отнеслась ко всему этому, но когда проблемы с деньгами не уходили, решила, что она ничего не теряет, и решила попробовать. Заговорила кусочек мыла, и вся ее семья стала мыть руки. Не прошло недели, как мужу повысили зарплату, повысили в должности. Она нашла подработку, материальное положение начало быстро налаживаться. И, друзья, поэтому попробуйте использовать именно эту практику, она вам может обязательно помочь с деньгами. Также обращаем ваше внимание, что цвет мыла играет большую роль, притягивая те или иные энергии в жизнь каждого из нас, когда мы с вами ежедневно моем руки. Как вы уже знаете, зеленое мыло – это денежное мыло, и оно способствует улучшению финансового положения. Тоже можно сказать и о мыле желтого цвета. А вот коричневое мыло – это мыло для тех, у кого есть собственный бизнес. Оно поможет сохранить его и приумножить конечный результат. Красное мыло поможет сохранить любовь, семейные отношения, тем, кто одинок, найти свою вторую половинку. Черное мыло – это мыло с очень сильной энергетикой, способное снять любой негатив извне, даже избавить от порчи, сглаза, проклятия. Оно хорошо для тех людей, кто работает в большом коллективе или с людьми. А вот синее мыло улучшает отношения в семье, наполняет страстью, укрепляет, а также наделяет взаимопониманием. Когда пользуетесь одним из таких мыл, не забывайте проговаривать слова, которые пришли вам на ум. Но сердце при этом должно быть обязательно открытым, а ваши помыслы чисты. Вы знаете, сейчас широкое распространение получило изготовление мыла ручной работы, но оно не только выглядит очень нарядно, необычная его форма, упаковка, но и варится с использованием старинных рецептур. Вы можете уже купить готовое мыло и использовать его себе во благо. Например, денежное мыло под названием «Денежный поток». Оно должно быть сварено с использованием денежных трав и масел. Таким образом, оно будет наделено энергиями, которые будут притягивать деньги. К тому же в каждый кусочек мыла вложена монета-талисман. Вы можете использовать ее на свое усмотрение, положить в кошелек или спрятать в то место, где вы сберегаете деньги. Какими же энергиями наделено это мыло? Это привлечение денежных средств, укрепление финансового положения, приумножение сбережений и накоплений, а также помощь в получении необходимой суммы денег. Также оно будет способствовать достатку и благополучию. Использовать такое мыло можно индивидуально или всеми членами семьи. А вот мыло под названием «Магическое мыло с кофе» вы его можете использовать, если вы почувствовали, что у вас возникли проблемы с финансами. Все чаще вы теряете большие суммы денег, а работа валится из рук. Очевидно, людская зависть, которая является тому причиной, и вы ощущаете на себе чье-либо негативное воздействие.
Это мыло в своем составе имеет несколько видов соли. Это каменная, это гималайская, это морская соль, конечно же, кофе и эфирные масла. Также жасмин, лимон, виноград, которые способны очистить человека от негатива. И такое мыло будет очищать ваши энергетические каналы от негатива, открывая их для поступления светлых энергий. А также поможет сохранить то, что вы имеете на данный момент. Кофе, входящее в состав мыла, поможет восстановить ваше энергетическое поле, очистив его от негативного воздействия. А соль вместе с пеной установит для вас защиту от негативных посылов, а вода укрепит его силу. Используя это мыло ежедневно, вы сразу заметите положительные изменения, которые будут с вами происходить, а также заряд бодрости. Когда останется небольшой кусочек такого мыла, высушите его и носите при себе как оберег. С ним вам будет безопаснее. А вот мыло под названием «Удачи» – это мыло желтого цвета, в состав которого должно войти масло лавра, эвкалипта, персика, миндаля, травы – это крапива, лаванда, ромашка. Это мыло повышает уверенность в себе, наделяет энергиями удачи, повышает работоспособность, а также делает человека устойчивым к стрессовым ситуациям и негативным влияниям со стороны. Вы знаете, это только несколько примеров энергетически сильного мыла. Как купить, так и приготовить самостоятельно вы это можете сами, потому что мыло способно много изменить в вашей жизни, поэтому вам только нужно подобрать мыло, которое нужно именно вам для того, чтобы сделать вашу жизнь более яркой и насыщенной. Конечно, сегодня это очень актуальный сувенир, и вы его можете купить в любом магазине, а также у мастера, который сам изготавливает энергетически сильное мыло. Коробочка с душистым мылом подойдет для любого случая, как знак внимания и как сувенир. Считается, что мыло обладает магическими свойствами и способно нарушить энергетику того, кому будет преподнесено. Вследствие такого подарка человек может чувствовать усталость, сонливость, снижение трудоспособности, апатию. Если вы не уверены в доброжелательности дарителя, то можете нейтрализовать негативные последствия. Откупитесь, дайте такому человеку за презент монету и спокойно ним пользуйтесь, ведь таким образом вы его купите. Если вам подарил мыло добрый человек с хорошими помыслами и пожеланиями, оно принесет вам много счастливых моментов. Народные приметы, связанные с мылом. Если кусочек мыла носить при себе, оно убережет вас от сглаза и порчи. Старайтесь, когда моетесь, не ронять мыло. Считается, что это предупреждение того, что ваши планы не сбудутся. А ровно смыленное мыло – это к зажиточной семейной жизни. А если с одной стороны оно смылено больше, чем с другой, то предстоят денежные трудности, недомолвки в семье. Вот такими, друзья, свойствами обладает мыло. Пользуйтесь ним, загадывайте желания, оно может многое изменить и привлечь в вашу жизнь. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже, друзья, буквально в следующем видео. Всех вам благ!